Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Call of Duty 2. В прошлой серии мы завершили вторую танковую миссию. И как я понимаю, мы захватили Ливию и теперь переходим в Тунис. 1943, поехали. Тунис, 1943 год. Набрав силу, союзники смогли оттеснить группу армий Африка под командованием Роммеля к позиции Марет, полосе обороны в восточном Тунисе протяженностью 22 мили. В январе 1943 года группа армий Африка потеряла свою главную базу снабжения в Ливии. Теперь Роммель вынужден отражать наступление сразу с двух сторон. Его войска оказались в клещах между силами американцев на западе и британскими войсками на востоке. Несмотря на преимущество, союзники должны действовать очень осторожно, поскольку местный ландшафт благоприятствует обороняющейся стороне. 10 марта 43-го, 15, Тужен, низ, солнечно, небольшой ветер, плюс 29 градусов. Последние несколько дней нам было нечем заняться. Мы просто держали позицию в городе Тужен и ждали, пока остальная часть дивизии подойдет. Похоже, что по какой-то причине фрицы внезапно собрались и уехали в торопях, побросав исправные пулеметы, топливо, боеприпасы. Они, наверное, совсем отчаялись, раз оставили такие ценные на войне вещи. Задержите немецкое наступление, пока силы союзников ЧДУПа покидает уже. Понял. Наступают, получается, да? И моя граната. Блин, ну... Вот теперь будет посложнее. Вот теперь я верю, посложнее будет. Это не чёртова тренировка. Неси свою задницу на чёрт. Так, вот ещё подъехали. Броневики. О нет, что-то другое. Это не пехотный броневик. Блин! Это крупнокалиберная херня. Вон какие дырки здесь сделала. Ай! Все, у меня нету пулемета. Этот броневик и взять его под контроль. Ты хочешь броневик, что ли, взять себе? Что это? Мы уже здесь зашли. Ай, блин. Броневик хочешь, значит, занять, да, этот? Крупнокалиберный. Ну, нам он пригодится. Так, все, он там, нас там уже нет. Понял. Спрятался. Так, это не мои проблемы. Ой.
успели среагировать, успели. Ой. Понятно, понятно. Так, отошли, отошли быстро. По-прежнему туда стреляет, да? Стрелял по нам, видите. У меня чистое. Давай быстрей. Пока вот эти вот не подошли еще. Еще побольше. Так, я понял. Броневик садимся. Ага, линия нагрева, как я понимаю, да? Так, киньте тужен. Ох, япона мая, какая пушка, мне нравится уже. Так, давайте еще раз попробуем. Перезапустить. И... Да я не могу стрелять. Стрелять очередей мне нужно. Стрелять нужно очередями. Чтобы не перегревался он. Все, газу, газу быстрее, Прайс. Или кто там сидит за рулем. Газу лучше. Разберусь. У нас пушка-то большая. Надо тут там раздавать. Я просто из него не вижу. Я разберусь. С ним разобрался. Ну круг сделать там. Водитель, ты что там забудешь, что ли? Что мы заблудились. Мы круги делаем. А я его в этот раз увидел уже. Там, блин, я прицелиться не могу. Ладно, чё там? Да чё? Газу же! У нас по времени... Времени нет. Спорить тут. Газу лучше. Как можешь. Можешь, уж так не газу. Покидай быстро кружен. А, ты в танке едешь. На крыше еще один был. Да и хрен. Сейчас
самое время, Макгрегор! Газуй быстро! Макгрегор! Получилось! Бегом! Так у нас вот определенное количество выстрелов просто перешло. Больше не можем. Это тупик! Поворачивай обратно! Давай! Дэвид! Отгони от нас, фрица! А, блин, я так не могу. Это все трясло. Да, ты... Сейчас самое время, Макгрегор! Нечестно вы работаете! Макгрегор! Получилось! Бегом! Как сохранится. Бомбардули. А, газу, газу, газу. А, газу быстро. Хареду кругами. Нет. Молодец, молодец. Гранатометы я пока не вижу. Завалили. Газу-ка куда-нибудь в другое место. Гранату кто-то кинул. Если ты быстро не уехал бы. Я в последнюю очередь его увидел. Это нечестно. Так, он вылезет, откуда отшитывает. Отшитывает. Вылезет, отшитывает лошадь. Не, вон. Теперь. Чисто. И впереди еще один. Вон. Мы почти выехали. Чего? Мины? Ладно, кидаешь как-нибудь так дойдем. Время побегать, парни. Проверьте боезапас и не разбегайтесь. У меня с боеприпасами все окей. Ай, перезарядка не вовремя произошла. Время побегать, парни. Проверьте боезапас и не разбегайтесь. Так, сесть. Ой, блин, их там тоже куча. Блин, быстро убегаем. Ну, блин, там нельзя находиться, и там нельзя стоять. Так, быстро забегать вот сюда получается. Проверьте боезапас и не разбегайте. Молодцы. Убегаем дальше тогда. Идем. Ай, патронов не хватило. На подушах всегда патронов хватало. А тут видите все уже.
20 патронов и все. Ну, блин, ну... Не надо! Время побегать, парни! Проверьте боезапас и не разбегайтесь! Пошли. Блин, ты дебилу, я убил. Ты взял, да и выжил. Так, где дальше? Еще вон там вот есть один. Время побегать, парк. Проверьте боезапас и не разбегайте. Миссия одна. Немножечко сложновато. Вот такими вот проблемами. Что вроде ничего сложного нет, не будет. Однако... Опасен, тоже проблема. Нужно, когда у тебя все трясется, нужно попасть нормально. О, свои, свои, здравствуйте. Все, быстро покидаем город. Город быстро покидаем. Валим, валим быстрей. Почти выбрались, наверное. Ой, блин, все гранаты надо скинуть. Все, какие были, как все выбросили. Это свои уже. Все, я лично я болю. Лично мой, лично для меня это, лично это мой грузовик. Никому не отдаю. Все, я здесь уже. Прайс, ты где? Быстро туда сюда. Не успел я последнего убрать. Ладно, окей, победа, все, закончили мы еще одну миссию. Давайте на этом мы и закончим. Закончим на этом. Ладно. С вами был Виктор, всем пока.